Шахматы с мячом – именно так называют баскетбол те, кто занимается этим видом спорта. Со стороны кажется, спортсмен ведет мяч, бросает его в корзину, обходит соперников, но в эти короткие секунды в голове игрока прокручиваются десятки вариантов. Надо принять самостоятельное решение, но при этом работая в команде. Логическое мышление, то есть ты должен сразу определить на площадке ситуацию, да, принять быстрое решение – то, что сейчас современному человеку и нужно. И большую роль в возрождении и продвижении баскетбола в Балакове сыграл концерн «Росэнергоатом». Атомщики сплотили любителей этого вида спорта, дали им стимул к развитию, организовав несколько видов соревнований. Являясь просто школьными командами, не спортивная школа, мы соревнуемся круглый год, начиная с сентября и заканчивая июнем. То есть у нас постоянно идут соревнования. Соревнования баскетбол 5 на 5, баскетбол 4 на 4, баскетбол 3 на 3 очень стал популярен. Почему? Потому что нужно всего полплощадки и 4 ученика. Один из таких школьных чемпионатов по баскетболу 4 на 4 «Планета баскетбола «Оранжевый атом» среди детско-юношеских команд завершился в канун майских праздников. В нем приняли участие более 200 школьников из 12 образовательных учреждений. Большой спортивный праздник, на котором чествовали победителей и участников чемпионата, прошел под эгидой празднования 30-летия концерна «Росэнергоатом» в рамках олимпийского урока баскетбола. В программе мероприятия активная разминка с фитнес-инструктором и показательный баскетбольный матч ребят, которые уже давно с мячом на «ты» и знают, что к чему на площадке. Играю года 4, но это игра всей моей жизни, я ее очень люблю. В этом виде спорта важна защита, командные взаимодействия, пасы между собой и химия между игроками. Баскетбол в Балакове возрождается, и это неоспоримый факт. Появляются уличные игровые площадки, строятся спортивные стадионы. Уникальная многофункциональная территория с профессиональным покрытием появилась 2 года назад возле 2-й гимназии и стала точкой притяжения для баскетболистов со всего города. Здесь проводятся общешкольные соревнования, и сами атомщики тоже не остаются в стороне. У меня даже купил баскетбольный мяч 2 года назад сыном. Вот, несмотря на то, что у него любимый спорт, и он им занимается, это хоккей, по выходным рекомендуется заниматься там раз в неделю, 2 раза в неделю баскетболом. Быстрота принятия решения в баскетболе, она не меньше, чем в хоккее. Сам вид спорта очень динамичный. Планы по развитию баскетбола в городах присутствия предприятий атомной отрасли большие. Сейчас прорабатывается вопрос по созданию лиги, которая свяжет между собой атомграды, ведь атомные энергии спорта подвластны всем.